Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас 6 марта, первая встреча весной. Встреча театра поэтов «Послушайте» и зрителей в рок-кафе. Проект «ТВ Поэзия» 2012 отличается от 2011 тем, что мы более добрые, в кавычках. Здесь все равно будет что-то неинтересное, прогоним к чертовой бабушке. Но, причем не только я буду решать, а и зал в том числе. Если зал, я буду гнать кого-то, а зал будет против меня, пожалуйста, сидите, слушайте своего поэта. Но не факт, что я потом на видео это выложу, но дело такое. Значит, хорошо, меня зовут Владимир Антипенко, я Карабас-Барабас театра поэтов, его руководитель и тот человек, который делает вот эти вот все видео, потом выкладывает, режет и пиарит в интернете. Вот, так что со мной надо дружить, тогда буду что-то для вас делать. Вот так, в кавычках тоже. Значит, господа, заявлено было, что первым будет Владимир Антипенко «Нарцисс поэт», но его не будет, потому что будет первым. А вот давайте, вы знаете, вот были выборы, да, были. Кто у нас победил, вы знаете. А вот к нам пришел Евгений Чо Путин. Вот, собственно, да, встречаем, короче говоря. Позже выясним, почему Путин и так далее. А сейчас, пожалуйста, Евгений, вам слово. Можно без микрофона? Давай микрофон лучше. Микрофон? Собственно, почему Путин, вы сейчас, наверное, поймете. Хочу поведать свои мысли вам по поводу нас, окружающего мира. Не придирайтесь только вы к моим словам, они сейчас разящая рапира. Итак, пожалуй, я начну. Кто не видал из вас бомжа, хотя бы раз смелее, ну или хотя бы алкаша, что привело их к такой жизни, не знаешь? Но тогда, вними словам, они поверили своей отчизне и в результате оказались там, там, за невидимой чертой, откуда нет пути обратно, куда привел их поворот судьбы крутой и общества. Теперь тебе понятно? Бомжа, да? Вот, понимаешь, просто стоять и смысловуху нести о том, как бомжам тяжело, это одно. А вот теперь стихотворение Владимира Антипенко. Называется «Бомж». Здравствуй, Гамлет, я тебя узнал, мне знакомы профиль и улыбка. На углу за деревом поссал, а в кармане вяленая рыбка. Пиво хочешь, не стесняйся, на, королям особое почтение. Ведь не зря сегодня вся страна празднует шекспировские чтения. Я тебя узнал, 5 лет назад ты играл трагедию на сцене, а теперь показываешь зад в совершенно новой мизансцене. Что случилось? Почему говно? Вся насквозь одежда провоняла. Разве можно в отчестве родном получить такое погоняло? Бомж! Вот это бомж! Вы видели бомжа? Ну продолжай. Это был Владимир Антипенко. Евгений Чо Путин, пока продолжает, пожалуйста. Очень сложно продолжать после такого. Ну не хочешь, ходи тогда со сцены еще. Я бы тогда что-нибудь другое прочитал. Действуй, действуй. Как сложно разгадать эффект флешбэка, когда ты, затаив дыхание, ждешь очередного беспринципного побега. Но время подойдет, и ты поймешь, что это лишь морок, очередной мираж, который кем-то хитро спрятан. И то, что твой дворец шалаш, и мир вокруг пропитан ядом, божественное пение дивных птиц, ужасный смертный дикий крик, и в хороводе ухмыляющихся лиц теряешь свой навеки лик, и мысль пронзит тебя стрелой. Остановись, беги назад, и ты едва-едва живой бежишь обратно наугад, не разбирая абсолютно ничего, и в кровь, и камни рассекая ноги, бежишь. Но рядом никого, и под ногами нет дороги. Отчаянию предела нет, ты застываешь от испуга, но вдруг вдали ты видишь свет. Бежишь туда, там видишь друга, и снова ты в обычном мире. Вдыхаешь воздух этот сладкий, ты дышишь глубже,
грудью шире, плевать, что грязный он и гадкий, но не спеши. Минует время, и вновь захочется туда, где ты привык встречаться с теми, кто там остался навсегда. Жизнь штука очень непростая, швырнет на дно, поднимет ввысь. Ты вновь стоишь у бездны края, молю тебя, остановись. Кстати, почему Путин вообще? Ну, потому что в то время, когда я создавал свою страницу ВКонтакте, это было очень на слуху и очень актуально. Пропиарится и... так проще. Не, ну я просто спрашиваю, без всякой задней мысли. Без злой мысли. Человек, как бы я в него поверил после Ельцина, он выглядел очень хорошо. И ну, потом были какие-то перемены. Ну, понятно. Ладно, у меня вопрос. Андрей Чивиков, скажите, пожалуйста, вот как вам... поэзия Евгеньевича Путина. Ну, быстрее говори. Никак? Хорошо. Господа поэты в зале, как вот вам то, что прочитал Евгеньевич? Говорите, Олег Савельев. Говори громче. А? Ну, быстрее, Олег, выходи, пожалуйста, быстрее. Медленно. Ну да, я же вызвал спонтанно, конечно. Ну да. Говори в микрофон, пожалуйста. Ну, на мой слух, как-то, наверное, нужно лишнее немножечко откинуть. И более кратче можно сказать то, о чем мы говорим. Ты же профессионал, ты же профессионал. Что более кратко? Ну, более кратко, да, можно сказать. Хорошо. Есть еще мнения какие-то? Ну, хорошо, спасибо. С дебютом вас. Давайте, если вы не против, потом стихи с вами будем отбирать. Вот, чтобы оно попадало, скажем так, в наш формат, ну, имеется в виду, более поэтически. Хотя, вот, в принципе, я могу согласиться, что как вот сегодня, сейчас вот эти тексты имеют значение какое-то, имеют, как мысли человека молодого, интересно. Но как поэзия вот, пока для нас не докатывает, но кто знает, может, мы тоже не правы. Спасибо, это был Евгений Путин. А Олег Савельев... Все, Жень, все, спасибо. Олег Савельев продолжает, так сказать, поскольку он уже вышел. И что у тебя? Можно, туда иди тогда. Олег Савельев, только не умирай. Давай, вперед. Называется «Соло» — это три небольших стихотворения, но объединенных как бы вот в одно. Кистями пальцами рисовала иероглифы на спине, свежестью моря губы кусала, души купала в вине, чайкой парила. Свежий, как ветер, Балтика в голосах. И растворился курсом на север мой белоснежный фрегат. Рвется квадратное соло, тупо, голо, конное поло, но не мечом, а головами майя, словами врагами играем в поле. Рыжий сахарский берег, мой материк истерик, пройдет между двух Атлантик, порвет аорту Америк. В Гуантанамо, остров свободы, молчать на луну койотам. Хрупкая девочка солнца, сорвись, это твой полпота. У меня ничего не крали, капитаном крюком разжали, разжарили душу, вскрыли вены рифмы наружу. Белоночным шоколадом испачкали, как губной помадой, бляди. У меня есть все. Это Питер, май, Карелия, дым, зовите, алые паруса, дети, ритмы. Только от соли нет, простите, есть чужая, фейерверки в грудь, квиты. Давайте залп! Спасибо! Олег Савельев! Аплодисменты были. Кто хочет, давайте договоримся, кто хочет автору сказать хорошее или плохое, выходите сюда, вы будем видеть, и сразу я буду спрашивать, а почему ты сказал, что плохо или хорошо? Пока никого нет. Значит, Тимур Набит. И приготовьтесь, Макс Куля, у нас сейчас такой идет марафон, такой поэзии, я так, мне так кажется, я, может, не уверен, конечно, но ладно, посмотрим. Тимур Набит! Душа моя струны, у космоса лиры,
Пою я о том, что боюсь позабыть. Где радость бескрайнего мира, и сколько нам песен дается прожить. И как увязать эти звучные строки под звон колокольный нам в русскую вязь. Пора, пора не придет раньше срока, не меркнет, не меркнет небесная связь. Смотри, как планета утыкана корнями, жилы ее даже есть в городах, деревьями, криками всеми, вороньями и пастбищ пространством в огромных стадах. И все это дышит на зло эволюции, серости, копоти гарей машин, техники, нефти бездонным полюциям, грязным плевкам лейтенантов, старшин. Планет это знает, где проходящее, и корни свои, словно жилы, несет. И в небе над всем этим солнце горящего виден давно уж не первый полет. Спасибо, спасибо, спасибо. Тимур Нагиев! Чуть мы не провалились на первый этаж, но интересно. Есть какие-то мнения, господа? Можно я тебя обсудил? Андрей, вот я знаю, что ты сидел с лицом сфинкса, когда это все происходило. Ну скажи. Что вот тут предыдущее выступление, что это очень что-то навороченное под Маяковского. Очень что-то навороченное, непонятно, на чем держится эта экспрессия. Сама по себе эта экспрессия, организм впадает в экспрессию, или эта экспрессия порождена экспрессивным текстом. Первая мешанина, койоты, полпота, рассоль. Второе, какие-то корни ужасные. От этих корней человек впадает в безумство. Он просто безумен, ну, потому что он поэт. Общее впечатление тебе понравилось или так в целом? Да, выступление, конечно, бодрое, как театр это хорошо, но как поэзия я не думаю. Ты не знаешь. Что не недоумение. Я не воспринимаю это как поэзия, это мешанина. А поэзия это, я помню, чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Ну, я слежу по 100 лучшим русским стихотворениям. Обычно в них есть сюжет, смысл, образ. Нет, стихи можно по-разному. Там все сбалансировано. Просто поперло так вот с экспрессией. Поперло, я согласен. Она как бы исходила, сказала, чувство убери. Поэтому если невозможно как бы о чем-то говорить. Потому что вот я сразу начал так руками махать и так далее. Вот, а если так вчитываться, то там еще можно что-то разобрать. Да, но это говорящий Пикассо. Я помню, чёрное! Конечно, ничего не разберешь при таком подходе. Может быть, просто еще зависит от подачи, да? Может? Так, кстати, а чем велик твой бомж, которого ты почитал? Может, кто-то не здравствуй, Гамлет, я тебя узнал. Шекспирус, мне знакомый профиль и улыбка. На углу за деревом поссала в кармане вяленая рыбка. Меня снимай! Пиво хочешь, не стесняйся на. Королям особое почтение, ведь не зря сегодня вся страна празднует шекспировские чтения. Я тебя узнал! 5 лет назад ты играл трагедию на сцене, а теперь показываешь зад совершенно новой мизансцене. Что случилось, почему и так далее. Чуть тебе одну нравится? Секунду, мне не нравится, что мешанина. Какая? Мешанина. Здравствуй, Гамлет, а почему батон? Это актер бывший, дрюн, батон, ты что, не врубился? Ты все перепутал, ты говоришь, здравствуй, Гамлет? Я видел его на сцене, и для меня он запомнился, как Гамлет. А почему потом ты говоришь, что королям особое почтение? Гамлет, то есть король, по-твоему? Потому что шекспировские чтения. Да нет, потому что антипод. Все, короче, все понятно. Это придирки не принимается. Не будем затягивать. Пожалуйста, Макс, помоги. Да все принимается. Может, ты и прав. Но для меня Гамлет — это король. Я поэт, не прав. Хотя ты меня не считаешь. Нет, чего. Макс Куля! Привет всем, ребята. Сегодня прочитаю парочку стихов из нового своего сборника, который еще нигде не читал. Поехали. Давно не бросал я в воду камни округлой формы, никогда не давал я форы, никогда не надену форму. Лучше жить и вертеться, чем лежать и жреть, на людях обычных потом на них же смотреть. Это так же противно, как стаи собак, которые грызут глотки друг другу за просто так. Человек здесь смешнее, чем клоун. Такой в этом мире расклад. У нас у виска дуло, у власти крок и приклад. Обжорство это хуйня, это ошибка ошибок. Так, ребята, нельзя, наш мир из невидимых ниток. Я открою тебе ночью на крыше августа. Я не верю судьбе, но поцелую запросто. О, милый друг, где же ты? Вокруг одни миражи. Я поверю тебе, поверю без покажи. Но это частый обман и даже почти стопроцентный. Поэтому мой корефан, лист золотистый на ветке. Мой вопрос, а вы хотите это слушать? Зал. Да! Да, кто да, поднимите руки.
А кто не хочет, поднимите руки. А? Кто не хочет, гораздо больше. Вот у меня вопрос. Вот там у тебя строчка есть такая, там, там херня, я назову так, да? А зачем? Понимаешь, кто... Это, понимаешь, ты можешь просто, знаешь, дома сидеть, анонировать там, знаешь, вот, и снимать это на видео, потом выкладывать в интернет. Пожалуйста, какая разница? Не, ну почему со словом? Почему такое небрежное, такое, знаешь, это, я бы сказал, гопницкое отношение к слову? Ты же, у тебя интересные тексты есть. Зачем вставлять вот эти словечки? Если, ты знаешь, вот Барков, он делал из этого искусство. Зачем просто ради словечков вставлять вот эти гопницкие фигню? Это арго. А? Арго. Че арго? Прием арго в литературе, когда вставляют мат. Ну ладно. Для усиления. Ему еще стих читать? Да или нет? Да. Нет, слабо. Если читать, аплодируйте. Да пусть читают. Но... Нет. Аплодисменты. Макс Плэн. Пятое время года, ножи разорвали воду, разрезали тонкую нить, всех людей за глупость простить очень сложно и очень невнятно, и мне совсем непонятно, во что верить, за кем идти, я сомневаюсь, прости, делаю шаг вперед, на два отъезжаю назад, жизнь — это черный лед, скользкий гад, я в детстве очень любил скользить по такому льду, я тогда и не знал, что сюда попаду, я оказался на дне, каждый ведь знает про дно. Многие тут побывали и вынесли вывод одно. Это не описать, мне не хватает слов. Себя надо спасать. Эти три слова из снов, эти три слова из дня. И серебрятся в ночи, себя надо спасать. Это душа кричит. Спасибо. Ну, как выступление молодого человека, кричащего, я принимаю. Что-то для меня сегодня, вот лично для меня, я тоже ведь зритель. Вообще не поэзия какая-то, фигня. Вот хуйня, понимаешь, вот такая, которую ты разрушал. Извини, конечно. Нет, может, кто-то не согласен, конечно, считает, что ты великая и гениальная. Пожалуйста, выходите, высказывайте свое. Защищайте. Хорошо. Такой проект, Макс. Ты знал, куда шел. Так нет, а ничего страшного, выступил, молодец. Просто я читал... Так надо у метро, иди у метро, читай. Нет, я читал свои худшие стихи, тебе они нравились. Я читаю стихи, которые мне нравятся больше, а тебе они не нравятся. Так но... ты говорил, что ты лирику будешь читать. Ну это лирика. Это лирика. Ладно, значит, в следующий раз будем согласовывать стихи. Вот. Значит, пожалуйста, Стефан, ой. Ну вот. Да, да. Через номер, хорошо. Тогда, вот кто еще, новый человек пришел? Надежда, да? Я все у меня говорю уже. Вера Гайдар. Вера, Надежда, Любовь. Вера сейчас. Секунду, подожди, пожалуйста. Пусть девушка. Вера, давайте, выходите. Быстрее, пожалуйста, выходите. Там будете? Не, вам надо микрофон. Вы уж извините, я вас слушаю. Вера Гайдар! Не надо дарить мне обманы, я с ними уже знакома. Доверие ссально все, изломаны нервы. Может быть, где и бывает все по-другому, но тут выживают только с характером стервы. Не надо внушать, что я грубая и эгоистка, мне это известно. Без толку стараться хранить. Ведь я просто-напросто в театре холодном артистка. И не старайтесь мне мягкость и веру вселить. Далеко вчера говорила кому-то о счастье, сегодня забуду про этот больничный бред. На картах игральных отныне поменены масти. Теперь скажешь ты, ну а я же приму твой совет. Прикажешь уйти, испарюсь, обо мне не услышишь. Велишь оставаться, быть может, еще появлюсь. Послушаю, как ты надменно и правильно дышишь. А после я в умысле тайну твоим обернусь. Спасибо! Вера Гайдар. Вера сегодня впервые пришла. Она вообще не хотела выступать, но я подумал, что лирический стих можно. Спасибо, Вера. Надо будет все равно на будущее быть более раскрепощенной, стихи согласовывать и много чего еще. Но за смелость спасибо. Все, господа, теперь рит-объединение заканчивается и начинается шоу ТВ-поэзия 2012. На сцену приглашается, собственно... Можно я сама себя объявлю? Проект «Синяя сойка». Вы все перепутали?
Луиза Шестовская. Ничего не... А, пожалуйста, давайте. Здрасте, я тут второй раз. Сейчас все будет. Меня зовут Лиза. Это не пение под гитару, сейчас увидитесь. Это, наверное, гитара под песню. Это перформанс. Музыкальный перформанс со стихами. Песни мои. Я плохой гитарист, прошу прощения. Проект Blue Jay, по-русски синяя сойка. Здрасте. Зовут меня Лиза. Песня «Огни». А, еще с гитарой что-то непонятное. Шепотом ночью со мной разговаривал, выбил из-под ног почву, свои миры заманивал, каждое слово черчил, тьму сменил карнавал, звук цвета размытый, и вот уже здесь амбляцей лунный дым мимо красных и черных шатает над ним кольцем Сатурна из них. Звезды, планеты, огни. Меня разрывает свобода. Подхватил, словно часть меня людского рода. Не давай я бы не упасть, спас который раз. Ты действительно ведешь меня в рай. Это только наша вселенная, такая нетленная, я твоя пленная, такая счастливая, я твоя пленная. Белесый лунный дым мимо красных и черных шатает на дне кольца Сатурна из них сделал себе дня. Планеты, огни, дыхание стало прерывисто, стон вырвался из земли, блядь, не отпускай меня, не хочу туда, обратно в чистилище, это где моя звезда, но все ближе, гудит, поет, гниет. Черных шатает над ним кольца Сатурна из них сделал себе небо. Замечательно, спасибо. Это еще раз представьтесь. Лиза, проект Blue Jay. А просто так и будет называть? Лиза, проект Синюсойка? Да. Blue Jay.
Так, да? Ну, хотите, чтобы просто Лиза, да? Ну, есть Мадонна, а вы Лиза, да? В этом смысле? Есть Мадонна, а есть Ким. Хорошо. Коммунистический интернационал молодежи, это я, если кто-то спросит. Лиза, мне просто очень нравится то, что вы делаете, но вы можете сейчас здесь находиться? Сейчас поэт прочитает стишок, а потом вы опять споете. Не уходите никуда, ладно? Да, просто да. Мне для, так сказать, нужно для этого самого, для композиции. Вот. Я Александра Ефимова приглашаю. Можно пропустить на один. Что? Александр Фимов. Нет, вы находитесь здесь. Сидите для красоты. Сядь. Нет. Я вас прошу, сядьте нам для кадра. Я вас прошу, присядьте, пожалуйста, и вы будете участвовать тоже в своем видео. Если что-то обращено к женщинам у тебя, то обращайся к Лизе. Пожалуйста, я вас прошу, помогите нам тоже, хорошо? Александр Фильм. Стихотворение называется «Ливень». Сегодня лирика к чертям протесты. Сижу на облаке, Сальвадор Дали, вдали. Не хватает богини в образе, схожей хоть на чуточку с Нефертити. Пишу облаками образ, устал я сидеть один. Вдруг слышу из образа возглас: «Я рядом, ты здесь не один». И тут же я легким движением вдохнул ей часть души, наполнил живым вакханку из облака и говорю: «Пиши, но только пиши поцелуями, сквозь них я узнаю тебя». А я в это время сделаю оригами в виде космического корабля. Целуй меня буквами, целуй меня фразами, целуй меня буквами и в губы целуй. Мы будем летать на космическом оригами в оргазмический город, только ты и я. И вот, оставив мысли сгусток на синих полотнах дня, образ из облака ищет для слез сток, чтобы выплакать капли дождя. Понимает она или слышит в далеких ветрах голоса, что останется облако образом в голове у того чудака, что сидит по ночам на облаке, а живет такой, как она. Через секунду начался ливень. Вот смотри, у тебя стих обращенный все-таки к женщинам, да? У нас театр поэтов. Я тебе женщину предоставил. Но я же не буду ей кричать. Ну как ты мог обыграть? Давай, Саш, ну я тебя прошу просто на будущее. Я живая красивая декорация. Вот да. У меня претензия. Какая? Вот почему я красивая живая декорация, меня посадили, а мной не воспользовались. Да, вот это правильно. Об этом просто на будущее прошу, как бы, начинай двигаться в сторону какого-то театра. Да что ж, мужчины-то пошли? Ну, Саша, вот, если ты хочешь участвовать в моих проектах, старайся двигаться в эту сторону. Мужчина не поэт, поэт не мужчина. Александр Фимов, что, хотел что-то сказать? Ну, все, уже перебили. Все, Александр Фимов, спасибо. А все остальное сказала Лиза, что хотели сказать. Озвучила мои слова. Я еще хотел, но мне не дали слово. Еще хотел? Говори, что? Ну, говори. Я хотел прочитать еще одно. Ну давай, только нет, теперь воспользуйся. Потом. Потом прочитаю. Понимаете, вот так вот, я вообще не хотел это слово называть, но вот так вот инфантильно, если не сказать больше. Вот еще хотел прочитать. Взял бы сейчас и начал читать, я бы здесь, и все бы действовал. Я бы что, снова я вас... Я же не пойду на сцену морду бить. Что тут морду бить? Ты энергию взял. Дед, давай, и все. А, если мне хотели морду бить, тогда... Нет, спасибо, речь обо мне. Девочка, много на себя берешь. Я? Так, все, Лиза, синяя сойка. Я бы воспользовался какие-то вещи. Песня вторая по заявке, как просили. Песня называется «Я здесь». Пшеницы лес березой цветет, вспыхнули два и зарница, солнце только
загнаны чернила в кожу, ртути мысли не собрать. Сдашься и доспехи сложишь, стоило так долго ждать. Здесь, в стеклянном замке на горе, ты здесь, и выше некуда теперь. И здесь я и моя живая смерть. Ты здесь, мы здесь. Шел из прошлой жизни, манит кружев полоса, и я ведь слышу, покажи мне танец на два голоса. Мрамор плавится и дышит, вены реками бегут. Заполняй собою ниши, это мой последний суд. Здесь и выше некуда теперь. И здесь я и моя живая смерть. Ты здесь, мы здесь. Старый волк в болотах вязнет, ты надломана печать. Твоя милость хуже казни, не умеющих прощать. Страх остался в коридоре, мой охотник жертвой пал. Кто теперь с рассудком ссорит, но с надеждой на финал? Еще раз повтори. Вот я иду по своей деревне. Девчонки впереди. Привет. На сцену иди. Я бы хотел прочитать тебе свое стихотворение. На, пожалуйста, только не надо. Ты так красиво ко мне шла, пытаясь нравиться так мне. Но в этот миг не знала ты, что ты мне нравилась уже. И в светлом платье цвела, и шла почти что босиком. Подкрашены твои глаза, ты мыслишь робко, чуть дыша, возле скамейки за углом. Спасибо! Это был Дмитрий Сергеев. Сидите. Сидите. Куда пошли? Устали? Сидите. Привыкайте. Дмитрий, Дима Сергеев, да? Вот такой порыв. Вот так вот надо. Саш, фильм. Это он меня в прошлый раз сюда пригласил. Сам не жди. Не жди. Выходи и действуй. Прийти пустышку. Дим, Саша, я не смогу. Вот человек вышел. Интересен. Я не буду останавливать. Выходи и действуй. Мы с тобой официально договаривались на ливень. Правильно? Поэтому претензий никаких. Если есть порыв, пожалуйста, мы выслушаем. Есть пару нюансов. Ну, короче, в общем, все понятно. Лисе еще одну песню петь? Да. А? Да. Ну, на бис, так сказать. Давайте. Ну ладно, тогда что-то из старого. А для нас все новое! Ну, для вас, да. Песня называется «Антиколыбельная». Гитаристы, не надо долгих проигрышей. Все уже.
Привыкайте сразу, да, сам человек? Ночью, когда не можешь уснуть, ты боишься мелочи странные, хочешь начать свой извилистый путь мне. А кто-то в участке. Нам кидают хлеба и боль. У них новая форма и маски. Макс, куля! Еще, ночью надо дорожить. Девушка, пусть возьмет микрофон и идет туда, он громко кричит. А может девушка уже... Сейчас уберем, спокойно. Настя, поеду. Вот сейчас будет лирика как. Лирика будет. Перед этим Лиза, синяя сойка, проект, я буду видеть. Чем еще раз представишь? Блуджей, синяя зойка, Лиза! Паш, еще вот пору поговорим, давай! Ночью надо дорожить, ее впитываю всю. Выпил Декса штуки три. Ты на небо посмотри, я иду и мне плевать, что придется повторить, что придется отвечать. Я выбираю молчать, быть немного пизнутым или попроще еродивым. Неважно, что в моде сейчас, уж точно не злость. Но почему-то везде, и мне в этой среде просто нечем дышать. Я продолжаю молчать и смотреть. Может, мне нужен рычаг? Да нет, вроде не так. Я не из тех, кто режет себя. Я не за алую кровь. Я не из тех, кто устраивает революции и любит запах пороха. Просто из этого города я не хочу уезжать. Я продолжаю молчать и смотреть. Понимаете, это сложно все на свете успеть. Но есть же мечты, есть же другие миры, есть же блаженство и кайф. Значит, есть и Господь, или его нет. И мне не нужен совет. Бывают такие минуты, что я понимаю все, но просто все на свете, а иногда ничего. И это все чаще, чаще, чаще. У меня вопрос. Да, вот я и хотел. Молодой человек, вы пьете Декс? Пил Декс раньше. То есть вы признаете, что вы были наркоманом? Да.
То есть это половина стихов, это можно вообще даже не читать никому, да? Почему? Потому что они были написаны под наркотическим опьянением. Нет, я с вами не согласен. Тут дело не в этом. Я из госнаркоконтроля. Мало ли что там, кто это самое, потом человек же вышел. Я из госнаркоконтроля. Нет, я не из этого. Я молодежь против наркотиков, вот поэтому я и заинтересовался. Я же не призываю. Я уже даже полгода. Рот, молодец. Вам сколько лет, молодой? 18. Хорошо, у Посмотрим. Вас по поводу... Полгода человек не употребляет наркотики. Лиза, да, безусловно. Речь о том, вам как вот стихи Макса? Это не по мне. Андрей, у тебя как то, что сейчас прозвучало? Есть мечты и миры, значит, это есть Господь, по-моему, интересная мысль. Но в целом какая-то инфантильная попытка писать рэп. По-моему, это подражание мастерам рэпа. Ну, то есть, человеку вообще имеет смысл, там, не знаю, выходить, публиковаться, там? Нет, то, что стихи писать, всем имеет смысл, а вот на сцену. Да, смысла писать стихи никакого нет никому. Конечно, лучше выходить сюда, к тебе, и дышать этим наркотиком, чем принимать наркотики натурально. Хорошо, спасибо. Макс Куля, это был Макс Куля. Все, спасибо, Макс. И давайте еще, Лиза, у вас есть стихи просто? Можете прочитать один стих на прощание? Я стихов плохо запоминаю, мне нужен телефон с заметками. Давайте через номер. Ладно, хорошо. Это была Лиза, проект «Синяя стойка» со стихами через номер. Да, можно, давайте. Готовьте, сидите. Значит, господа, все, не будем тянуть кота за хвост. Вы затеяли, значит, тему про наркотики и так далее. Приготовьтесь, пожалуйста. Лиза Ваверина, вы уже готовы? Готовьтесь, Лиза Ваверина. Собственно, Светлана Дерипащук, тогда идите сюда, вот в этот белый микрофон, а вот вам сейчас тема про наркотики. Сначала я, Владимир Антипенко, а вы присядьте. Следующим будет твой друг из всех больших и немалых слов. Приготовим арматуру капли! Из оставшихся снов нарвем конопли и закурим. Эй, там! Эй! Вы можете заткнуться, когда я читаю сейчас? Это некрасиво! Из всех больших и немалых слов приготовим арматуру капли. Из оставшихся снов нарвем конопли и закурим. В дыме мысли будут лежать дельфином. Спорим, после заставим рожать филина. Спорим, любой может спать, когда смех пьет горе в море. Погрузим окостеневшие пальцы. Сердце разузорится в пяльцах Бога. В узел совьется страх. И дорога покажется такой ровной и гладкой, как сахаркает компас. Иди туда, сюда, сладкий. Зачем тебе надо эта слабость, когда колени превращаются в Эйфелеву башню, и тебе страшно с нее спрыгнуть, потому что следующим будет твой друг. Кто там все время болтает? Так тяжело. Олег, зачем? Это был Владимир Антипенко. Нет, кто-то против, можете выходить, говорить что-то и против моих стихов. В данном случае, объясняю, Андрей, это ассоциативная поэзия, применимая на ассоциации вот с этой темой. Потому что один знакомый у меня там спрыгнул. В огороде Кузина. Гениальное стихотворение, снимите, пожалуйста. Получается? Сейчас наедем. Ну, быстрее. Гениальное стихотворение. Получилось? Все. Молодцы. Зрители решат. Все, спорить не будем. Пожалуйста, Светлана Дерипащук. Тема, конечно, интересная. Ну да, что-то подобное есть. Из дома Дедова под мухой. Эфирный мир, а ну замри! Жужжа, как муха, тянем брюхо по блюдцу вогнутой земли, по сливкам сбитым и сиропу. Какие блага! За окоем, послав Европу, на тундру сыплем смех стихи. А впереди и чуть левее сок клюквы давит кто-то гад, и растекается краснея закат. Рассвет. Рассвет-закат.
Редеет вата за оконцем. Водичкой развели кефир. Мы не подонцы, а на солнце ползем. Летим, грызем зефир. А донца вон они под нами. Где стол был яств, там тундра спит. А круглыми бликами играют озер стакашки. Чистый спирт. Пора, надо им дать посадку. А мы возьмем и не возьмем. Махнем налево без оглядки и полюс северный найдем. Воткнем табличку. Здесь был Валя. И Света тоже здесь была. Ну и, конечно, в тундру свалим. Мы след запутать мастера. Ой-ой, пустите, сознаюсь я. Пора пристегивать ремни. Внизу на дым разбитой люстрой. И этот грех нам Бог замни. Я каюсь, каюсь. Просыпаюсь, летим навстречу полосе. Ну, и чего теперь стесняюсь? Глоток из фляжки. Сядем все. Светлана приехала к нам из Новгорода. Ты поедешь из Новгорода. У них там тоже очень мощная тусовка поэтическая. Ну, слушай, пожалуйста. Эй, где ты? Где-то за пределом. Ищу молчание, уют. Нашла? Да нет. Здесь акапелла капели в полночи поют. Чего ж ты ждешь? Огни заката плеснут палитры плавкой плен, и я нырну в пурпур и злато, в поток земных кипящих вен. О чем споешь? Об одиноком гнезде в краю забытых скал. Оттуда видно небо, око и мира каменный оскал. Куда пойдешь? По тропке к речке, по росам к серому стажку и по стерне к тому крылечку, где никого не ждут. Пока вот пришел Вадик Пороков Флэш, Вадик Смирнов. Он во втором отделе выступает. И с ним пришли две девушки. Девушки, идите сюда. Здесь, рассаживайтесь здесь. Хорошо, а потом мы вам обрежем стол. А Светлана Дерипальчук, у вас еще, да? Я не вижу пути, поздно. День на уголь пошел, восемь. Не смотри на меня грозно. Исчерпаемо это просим. Белый карлик сожнет солнце и катнет над пустым полем. Не показывай мне кольца, окольцованность птиц горе. Я маршруты сверяю сердцем и стоянку разбив знаю. Ник любовь постучит в дверцу, час продлится напев рая. А потом завьюжат будни, приглушат звуки лир ветры. Будет пусто, темно, трудно. Ты готов разделить это? Не дари мне вещей бремя, я на марше, где груз лишний. Подари мне свое время, день, что пружит вдвоем лишний. Что за день наживешь радость, что увидишь в пути сказку. Исполнение мечты, сладость, угости меня этой лаской. Спасибо! Светлана, я тебе прощу! Спасибо, Светлана. И вот, господа, ну, слушайте, о чем обсуждать? Что? Сейчас, подожди, терпите теперь. Надо сразу брать время сценическое. Мы вас позовем, обязательно. Значит, Светлана Дерипальчук, если кто хочет что-то сказать. Аплодисменты, все сказали. Спасибо. И приглашается Лиза Варилина со своим перфомом. Раз, раз, раз. Как называется?
слышал, я тогда была так пьяна. А теперь мой маленький мир разрушен. Теперь я как сорт миндаля. А родились лишь слезы, увядание не кожи, а нежной души. Погребение грез, ни вино и ни дозы, ни любовь и ни смерть, ни злодейство судьбы. Это я, это я, это я потерялась среди трех своих я, заблудилась. И что ж, повыше кисти образовались порезы в виде креста. Сверху дрожь, кровь сочится из кожи, а я, улыбаясь, потухаю глаза. Воспаляется нерв, я сошла с ума, я с вами прощаюсь. Сохраните стихи, спрячьте все. Вдвоем, но не было с нами тебя. Случилось солнце в битах, что рвали колонки жестоко. Ты шел в голове моей медленно, целуя ночью с утра. Тебе могла притронуться лишь только фантазия смолка. Мы солнцем энергию пели. Но ты не гулял рядом с нами, ты где-то в сети, далеко. Ловил себе псевдо-небес, а Мессив Атак владели суставами, что двигались в стиле протест. А Мессив Атак владели суставами, что двигались в стиле протест. Я знаю, ты сплошь иллюзия, ты просто табачный туман. Но поезд твой просто божественно. Ты соткан как-то магически, трогая зелень рукой. Я чувствую эр-вулкан, и все во мне очень живо. И все во мне не символически. Пути предначертаны разные, я знаю. Я просто знаю о моем цветоке. Я знаю, когда я умру, но все равно улыбаюсь. И даже тактильно не чувствую твое мужское плечо. Я знаю, оно каково. Я знаю, оно каково. Спасибо. Лиза Валерьевна! Лиза Валерьевна! Ну, аплодисменты бурные, яркие. Есть какие-то слова? О, даже Женя Макаров аплодирует. Мартын Балалай, живое слово. Ну, спасибо. Вот, нет, если кто-то хочет что-то сказать, выходите и говорите. Вот. По-моему, здоровский перформанс. Лиза, всегда рада вас видеть. Здорово. У меня есть претензии с текстом иногда. Но это лично мое такое субъективное там что-то. Вот. Но как текст для сценария перформанса замечательно, я считаю. Вот. Здесь же все-таки в сторону театра, как вот идет поворот. Значит, мы уже движемся к финалу. Давайте Ира Ульянова еще продолжим такой марафон. Женский такой. Пожалуйста, Ира, вперед. Давайте вот здесь будьте прямо. Снова. Начало всего сложнее. Знать бы писать, о чем слово. В глазах уже нет огней, время здесь ни при чем года. Порой весной хандрю, так что не хватит слов. Мода живет по календарю. Кто-то, как богослов старый, на ухо клянется мне, будто в вине вся соль. Право, в потьмах, за стеной извне, кто-то шепнет порой. Верно, и шорох, и тихий стук, ложку по стеклу. Если среди передряг мук, если таких умру, только... Да. Ничто не вечно, никто никому не должен. Все быстротечно, кто был вчера царь, не изложен. Мы жили... Да что со мной? Мы жили честно, расчетливо, с мозгами. Мы жили хитро, за так не светят усами.
закрыты книги, раскрыты головоломки. О нас не вспомнят родители и потомки, о нас считавших, что здесь надо жить красиво, живя практично, но все же живя счастливо. Пошли все к черту, родители, дети, судьи, о нас не вспомнят, нас не было и не будет. О нас считавших, за все в мире есть награда, о нас таких вот вообще вспоминать не надо. Я не знаю, может быть, залу разрешили это начать заново? Ирина, все очень просто. Вот смотрите, кому интересно, ваш стих найдет в интернете, ВКонтакте. По первым строчкам даже стиха, на самом деле, можно найти в Яндексе, высвечивается. Вы наверняка публикуете это. Спасибо, Ира Ульянова. Все нормально. Это, хочу извинить, замечательно. Принесла энергию. Не надо публиковать стихи. Вот молодец, что дальше продолжил. Господа, вот Светлана Полянская в зале. Нету. Все, и вот теперь у нас еще небольшой такой марафончик в завершении. Но уже такой из людей, я бы сказал, такого старшего поколения. И, пожалуйста, Надежда Самлер, выходите. Уже немного осталось. Давайте. Туда? Давайте, выходите. Вам стойка нужна? Цикл стихов «Скачки» Надежды Санны. Он плыл на разбитых копытах. В кострах староверов горел русский язык. Я выросла на ипподроме. Я выросла в спорте. Со мной не спорьте, а лучше при спорте. Красивой лошадкой цугом училась скакать по кругу, превращаясь в подругу. Учила бабка казачка меня укращать так гнедого коня. Я была лошадкой лихой и любила скакать, и любила менять жаке. Ай-я, ай-я, ай-я! Я не та стрекоза, что глаза в глаза. Я не та девчонка, не трещит уже юбчонка. Я давно другая, тебя по ночам вспоминаю. И сбылось пророчество, миновало меня одиночество, но счастливой я не была, натянула не те стремена, натянула не те удила, я красавцев двоих родила, даже волки, презрев кривотолки, за мои глаза становились за. У древней скачки предков в казачьем галопе не может казак быть холопом. Мы лучшие в мире жокеи, лучшие коневоды, какую вы вздуме сулили, не справиться вам с породой, с природой кочевников древних свободных победителей. И это борьба за волю, природа наших родителей. Пой, Великая Русь! Вставай с колен, мать! Запрети народы земли продавать! Атаман будет плеткой стегать! Это высшее в мире зрячество! Русское казачество! Мне знакома свобода аллюра! Не догонит меня пуля дура! Лошадью стройно бегу! На барьере судьбы не упаду! Она мне особая лычка, я коренная москвичка. Все охотники растерялись, не выдержав скачки накал, ты один полужив доскакал. Мне, убитый чайкой, на твоем перу быть поданной к
стола, упусти меня по миру! За все меня прости, раненый да отпусти, тебе любовь Офелии не снести. Но вербное воскресенье доведут до поворота голубые глаза пилота, и уже не хватит сил вернуться в стойло и пить семейное пойло, и потребует перемен этот плен. Вы двое в меня верили, а я вдруг, увы, слегла, раздавленная потерями, слова поднять не могла. Но вы из глубины земли ростки пробудили мои, и сбылось пророчество, и родилось творчество. Но если не я, то кто же? Кто этот мир стреножит? Мне рано вставать, не лень, говорит его белая тень. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Я надеваю ваши крылья. Но если пройдут пилигримы твоей колеей, по мне им придется идти. Такие законы пути. Ведь я родилась гнедой, и мне уж не стать другой. Я высшая конная раса, на ваших глазах медуза Горгона рождает Пегаса. Да простит меня мать-земля и ваши сыновья, я никому претензий не имею, но на дыбы я подниму аллею. Спасибо! Надежда Александровна, значит, вот, знаете, я вот недавно совсем подсел, такая энергетика, как человек, просто вообще, у вас еще что-то, да? Я еще. Еще о Надежде завершить? Мне Ахматовой жизнь терпеть, мне с Цветаевой умирать в петле, мне за Бродским в изгнание бежать, мне с Высоцким в больнице лежать, мне за Цоя стихи писать, мне поэтам за землю дрожать. Я не хожу на могилы поэтов. Я просто не верю в это! Здорово, я с этим тоже не говорю. Спасибо. Надежда Сандлер. Вот видите, Надежда, вначале у нас возник спор. Надежда приходит и говорит, у меня программа на 7 минут. Там, это самое, мне нужно обязательно до конца. Я говорю, будьте интересны, яркой. Кто же вам даст, кто же посмеет вас перебить здесь? Вот она до конца и довела то, что хотела. И, господа, завершает у нас первое отделение Евгений Макаров, Мартын Балалай, Яснослышащий. Женя, выходите уже, не надо сидеть там с лицом апостола. Выходите, вот, и сейчас Женя все скажет. А Стефания Данилова у нас во втором отделении между спектаклем и Вадиком. Вадик, девушке прекрасной дашь 3 минуты прочитать стих перед твоим началом выступления? Да. Ну ладно, там решим. Пожалуйста, Евгений Макаров, Театр живого слова. Мне понравилось очень то, что про бомжа тема. Я вытащил старое стихотворение в более спокойном стиле. Вы знаете, этюд о бездомном пакете бомже. Немало есть в жизни достойных сюжетов для космических драм, для поэм и сонетов. Ну вот что скажу вам, мои дорогие, бывают сюжеты еще и такие. Вот летом с женой сидим у перрона и ждем электричку, чтоб ехать на Луна. И вдруг, всем видом своим излучая привет, перед нами явился парящий пакет. Обычный пакет сиротливо скитался, туда и сюда, словно в танце мотался. Парил дирижаблем, на солнце сверкая, красой своей, как бы всех завлекая. И думал пакет, что в красе он так крут, что его заприметят и домой заберут.
хотелось еще в этой жизни пожить и людям на пользу добро послушать. Но вы все заняты были своим на перроне, как Ромео и Джульетта в далеком перроне. И жалко победу перрона метал, но так и никто сиротинку не взял. И вдруг мимо перрона, словно лихая дворняга, промчался стрелой простой товарняга. Он очень спешил воротиться домой, но все ж горибалку увлек за собой. И только успели мы один очнуться, состав вдалеке от перрона качнулся. Бумагу опускай, кадр не виден, тебя лицо не снять нам. Не снять? Да. Понятно. Закрылся бумажка. А, я там тебя выгляжу. А я уже все. Вот так. А тебе понравился пакет? Да, да, да. А вот так. Хорошо. Было видно лицо. Вот камера, видишь? Посматривай в нее. Хорошо. Я заканчиваю. И умчался скиталец, излучая восторг, искать свое счастье. Прямком на восток. Вот такие бомжи, вы знаете, вот такой Валя Дождь, может быть, кто-то знает, из таких более-менее старых, поэтому знает, такой бродящий поэт. Я его увидел, недавно был у него в больнице с отрезанными ногами. Он, тем не менее, вот у него ступни отрезаны, на пятках только ходит. Ходит и читает стихи настоящий поэт. Это русский поэт настоящий. Друзья мои, хочу прочитать такую вещь. Я прочитал Губермана, один Гарик. Не знаю, может быть, я не к силу не города. Но... Женя, читают в библиотеке, это раз, да? Что неплохо. Здесь надо Губерман. Исполнять и листочки ниже опускать. Да. Губерман сказал такой Гарик. Я вот прочитал и ему ответил. Губерман, какие прекрасные русские люди, какие раскрытые ясные взоры. Грабитель, угонщик, насильник, убийца, растлитель и воры, и воры. И воры. Игорю Губерману. Не видишь ты русских людей, Губерман. Ты видишь грабителей, ложь, Герман. Ты видишь угонщиков, тьму и воров, голодных бомжей и немытых коров. Не ведаешь ты православных людей, ты видишь насильников, грязь и бледей. Не ведаешь ты Святого Креста, видать, ты не принял Иисуса Христа. Но ты покормлен Россией, она твоя мать, и подло больную рядить и ругать. Хоть бы раз. Тем более русским святым языком, который ты в дар получил. С кулаком. С молоком. А то, что российская ложью полна, так в том и моя, и твоя есть вина. Вот. Отлично. Я определяю. Я говорю, Жень, я говорю, театр живого слова. Выходит чувак и по бумажкам дальше парит. Ты хоть иногда в зал посмотри, хоть иногда посыл какой-то давай. Хорошо, хорошо, все. Это новое, просто вещь новая, я еще не... То дождь, то снег, то хра, то хлябь, то нордов торты, то бороты, то бороты. То в руки взял запорты, то Петрополь, то Митрополь, молельни храмов, то Смольный, Авроры за Крамольный. Поэтов Блок Таковский, то Достоевский Пушкин, то Арсений, то Тарковский, то Блок, то Маяковский, и ах вы синий, мы синий, то Есенин! Плакаты, то ввалившийся кадык, то крыса объелся, кто в поту с кусочком человеченьки во рту, то Иисуса святый миг, то гад решеток окровавленных оград, то град победных фейерверков фанфары туши, то уши, то бюрократов грабья рать, коней то плот, то фальконе. Не вы фонтанка, то мойка, то душ российских стон, то перестройка. Ну вот промчалась перестройка, промчалась, как шальная тройка, похерив спешно покаяние, разрушив все до основания. Кому жить хорошо на Руси,
Ты у Кома, спроси. Спроси у Кома, комика, спроси, кого нет ни дома, ни домика. Уж не у барина Некрасова спроси, и не в райкоме. Спроси у тех, кто в коме, спроси у тех, кто без гроша, в ком еще теплится российская душа. Ну, а русский мужичок трет затылком мозжечок, вырезает банкой пива из крапивы. Эх, ма, жигулевское пивко, поутру идет легко. Только что ты стал обраться, трудно до него добраться. А уж коли то случится, да не на что и помочиться. Эх, воротись с понятием, стали все с понятием. Пух, гусь российский, потрошенный, как хорошая с кашкой пшенной. Я люблю тебя, Россия, я люблю, я рублю тебя, Россия, я рублю. Не рубля в твоих карманах, не рубля, только блин кругом витает вместе с бля. Безнаказанно стреляют киллера, недобитых воскрешают хиллера. Старики в помойках шают на харчи, в мерседесах разъезжают богачи. Коммуняки, демократы, игроки все терзают мазь Россию на куски. До чего ж мы, братцы, дожили, до чего? И в душе России Божией ничего. Для чего живем, братцы, для чего? Чтоб друг с другом смертно драться, для того, видит Бог, что эта драка неспроста. Там, где доллар, нет России, нет покоя, нет Христа. Рябина и смородина, моя любая родина, уродина любимая моя. Но все твои уродинки на теле милом родинки, на теле милой родины моей, истерзанная в мате заплатой на заплате, с горячим сердцем в хате, то родина у Бога моя. Евгений Макаров, Женя, где тебя можно услышать, увидеть, будет спрашивать, как тебя? Каждый четверг, метро Ломоносовская, Бабушкин, 42, корпус 1, художественный салон Невский. Во сколько? Клуб «Мир всем». Театр живу слово. Во сколько? 19 часов каждый четверг. Хорошо. Ну, кто видео потом будет смотреть, минута. Тоже приедет. Да. И Евгений Макаров, Театр живого слова. 21-го в Российской национальной библиотеке, мой творческий вечер, 17:30. Ну, кому сейчас в зале интересно, 18, да, тот подойдет и спросит. Молодые, приходите к нам на наш салон, выступать. Мы любим молодых. Спасибо. Это был Евгений Макаров. Как же его слово? Сейчас мы обещали, вот, сейчас мы все завершаем, просто обещали Сойке. У меня Сине. Маленькое слово, мне очень понравилось. Вот, Лизе обещали стишок дать прочитать. Я работала на выборах, поэтому последний стих мне очень вот так вот в душу попал. Давай, Лиза, проект «Синяя Сойка», стих тебе читает. Меня попросили, я была не читала. Заканчиваем. Хорошо. Все, это последний. Коротенький. Я без эмоций, у меня эмоции в словах. Давай, вот. Я почти дошла до автоматики, а может уже до ручки. Я гляжу в эти льды Арктики и ритуально высчитываю минутки. Я в часовых поясах, как в удавке. Наверное, за то, что читают мои мысли. О нем мне сложно навести справки, ведь даже болеем синхронно мы с ним. Но если изредка он близко, пару раз на такое был. Из меня, наверное, летят искры, если его, говорят, зацепило. Меня мало что уже удивляет, будто больше вечности его знаю. Но когда все же он рядом, бывает, как назло, все потом забываю. А бывает... Кажется, все стихло, и уверена, что он лишь от тоски. И снова вырывается он вихрем, и душит, и рушит и души, и мозг на куски. И снова прочтет мне меня, будто знает меня все еще дольше. И проснусь от голоса его утром, как под райский колокольчик. Я ему не пишу, думаю, может, он кому-то сейчас нужнее, пока хватает имени на его коже, надолго заживающей моей шеи. Спасибо. Стихи о любви, женщины. Ну, проси его прочитать. Я прошу. Так оно что, против? Вы молодая женщина, у вас стихи о любви, все замечательно. Да, Андрей, да?
Что скажешь? Что, понравилось? Не, мне тоже понравилось, я просто о другом. Мне не понравилось. Не понравилось. Ладно, все. Значит, господа, Вадик, подожди секунду, не уходи. Иди сюда, пожалуйста. Кофе возьмешь? Иди сюда сейчас на сцену, выйди, пожалуйста. Ну, Вадик, ну потом возьмешь кофе. Сейчас перерыв я объявляю. Выйди сюда. Я хочу кофе. Выйди на сцену. Значит, господа, вот сейчас мы делаем перерыв. И, значит, второе отделение. У нас было заявлено, что спектакль на троих. Это Сергей Алексеев делает, Михаил Никольский и Дмитрий Бацеев. Но поскольку Дмитрий Бацеев застрял в Москве, то спектакля у них как такового не будет. Будет Сергей Алексеев и Михаил Никольский стишки почитают. Но почитают они после того, как выступит Вадик Барокко-Флэш. Вот. И также мы еще Стефанию Данилову надеемся услышать как раз в конце второго отделения после твоего выступления. По-моему, логично все и справедливо.